Сегодня у нас 20 июля 2022 год. Это я нахожусь на саманном домике. Вот здесь вот у нас, вот он. Вот. Сейчас посмотрю, что у меня тут на огороде творится. Я уже около месяца на тут не заглядывал. Сестры у меня подходили, которые приезжали к нам в гости. Помогали с грядками все полоть тут. Вот, и я хочу посмотреть, что тут у нас есть. Весну-то мы показывали, как садили, как что. Сейчас вот что у нас творится. Вот морковка. Она была прополота и прорежена. Первая грядка была моя. Вот тут брат Николай выбросил горох. Я ему попросил старый горох выбросить. Ну, выбросил, он взял и вырос. Потому что у нас пахнул землю попал. Дождем промочили. И все стало расти. Вот морковки. Капуста, конечно, не очень. Нападает всякая тварь на нее, грызущая. Вот я все скашивал, тут все было чисто. Сейчас опять. Вот сейчас посмотрим, что тут сестры. Они пропалывали. Уже арбузики есть. Угу. Я был занят другими работами. Мне не до этого было. Тыква разрослась не по-детски. Арбузики. Вот моя рука. Вот такие вот они. Еще небольшие. Здесь смотрю. Он один загнулся. Да побольше тоже лежит уже. Он лежит тыквеньки. Тут уже кто-то поклевал успел. Тут уже из птиц, видимо, попробовал. Как там спелые арбузики, не спелые. Вот они лежат. Небольшие такие. Я вообще пришел, матушка меня попросила тут. Лук мы поздний садили, полить его надо. Дожди идут, но маленькие. Вот они, арбузики. По несколько штук сразу. Вот один из самых больших. Вот он. Нет, еще больше есть. Это вот, видимо, этот Краснодарский край, наверное, этот сорт, вернее. Большие. Ну, слава Богу, Господь дает. Будем скоро уже угощать. У нас тут остался тут Марина с внуком, с Максимом. И будем угощать перед отъездом. Пока полежат, поспеют немножко. Вон Господь по милости своей дал еще урожая в этом году. Арбузиков. Конечно, потрудиться, я их лично пропалывал, две гряды я пропалывал и две гряды сестры пропололи. Угу. В принципе, видно, да, что арбузики есть. Вот тоже боршеньки. Вот они какие. Вот с пленочкой сделали, и слава Богу, выросло все. Так вот. Тогда я поставил одни из первых. Вон. Ну, видимо, тут уже матушка говорила, что один попробовали они. Сорванный один был. Это морковка на семена растет.
Вот оно. То есть потом матушке хоть семена собрать, чтобы свою морковку садить можно было. И здесь тоже арбузик с этой стороны. Так, посмотрим, что у нас с тыквенькой. Ну, конечно, заросла. Все заросло. Все опять надо пропалывать. Хотя плоды уже есть. Вон, видно, что. Там вот она мелкая была. Я садил ее, там не пахал, а просто сделал ямки лопатой. И так посадил. Не скажу, что результат плохой. Вот они какие всего выросли. Маленькие зародыши. Это весьма плохо. То есть надо прокапывать хорошенько, потому что, видимо, корни затягивают. Может, такое место. Земля не очень. Здесь вот более-менее она разрослась, тыква. Подсолнух тоже уже что-то назревает, видимо. Да, семечки крупные. Вот. Маленькие, а уже вон какой бойкий. Ладно. Я месяц не заглядывал сюда. Мы работали на других работах. Конечно, тут без своего личного контроля ничего не будет толком. Это тоже матушка вот на семена посадила лук. Специально у нее растет. На чернушку. Вот лук у нас зеленый здесь. Это все пропалывать надо. Траву эту. Корни, конечно, вцепились не по-детски. Это у меня грядка гороха. Тоже такая уже заросшая. Но горошек есть. Можно уже вовсю есть его. Вкусно. Вот морковочка. Первый рядок с края вот этот зашел сразу. Это у нас самое позднее было посажено. Ее пропало. Но... А остальные три вот сейчас видно, что показались. Через некоторое время. Или глубоко закопали, или что. И вот этот лучок, который вот тоже позднее был посажен. Вот его надо, матушка говорит, пролить. Ну, сейчас проливать буду. То есть работы очень много. Буду отпрашиваться у Игнатия Тихоновича, потому что работы много с грядками, зарастают. Сейчас основную работу мы там на дамбах сделали, по укреплению дамб. Поэтому сейчас я могу уже спокойно отпрашиваться. Горошек вкусненький. Зелененький. Так, что у меня еще тут? Капуста. В этом году я посадил чуть ниже, в самом низу огорода. Пока еще лопухи наросли. А матушка где-то тля заедает, потому что рядом где-то крапива. Ну, слава богу, раз листы есть, в том году он там на другом месте. Листва была, да? Потом хороший кочанок натянуло. Так что даст Бог вырастет. В этом году много малины наросло. Везде при том. Это надо будет мне с триммером прийти тут. И все скосить, весь сорняк. Вон какая малина. Удивительно крупная. Вот смотрите. Вот она. Целыми гроздями висит. Вкусная. Как нектар. Я мог бы ее скосить, конечно, когда обкашивал травы. Но решил оставить, думаю, пригодится. Потом можно будет малинку, и не зря. Вон какое изобилие висит.
кое-что, конечно, уже начинает портиться. Так. Кто-то что-то там кричит. Ой-ой. Какая крупная, хорошая. Просто милость Божия во всем. Господа за все можно славословить и благодарить. Ну все. Вот так вот. Это грядка гороха. Тоже сорняк уже повылазил. Но его собрать можно будет. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.